С 19 по 23 декабря во Дворце спорта имени Гамида Гамидова проходило первенство Республики Дагестан по боксу среди юниоров 2001-2003 годов рождения. На призы исполняющего обязанности министра транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан Сагит Паши Умаханова. В течение заключительного соревновательного дня прошло 10 финальных поединков в весовых категориях от 49 до 91 килограмма. Оценивать показатель, что данное первенство Республики среди юниоров проводится в городе Хасавюрте, на проведение на большом уровне и то, что 10 представителей города Хасавюрт вышли в финал, это говорит уже о многом, то, что развитие бокса в Хасавюрте есть, и люди стараются, тренируются, довольно-таки есть хорошие ребята из города Хасавюрт, уже есть и звезды у нас, это как Раджа Бутаев. Это один из главных турниров для дагестанских боксеров, чтобы отобраться на СКФУ и на чемпионат России. Постепенно, как я уже в боксе больше 10 лет, я вижу, что интерес растет и растет в каждом виде спорта. Думаю, в дальнейшем он будет наравне с такими видами спорта, как вольная борьба и ММА. Очень сильные ребята, думаю, у них есть будущее. Некоторые ребята мне вообще очень сильно понравились. Чувствуется мастерство, навыки. На церемонии награждения победителей участие принимали временно исполняющие обязанности министра транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан Сагит Паша Умаханов, вице-президент Федерации бокса Республики Дагестан Достали Гейбатов, начальник отдела по физической культуре и спорту Магомед Али Газимагомедов, руководители спортивных школ, представители городской общественности, а также известные деятели спорта. Четверо представителей города Хасавюрт стали победителями первенства Республики Дагестан. Золото на счету у Хамзата Шахманова 56 килограмм, Эльдара Усманова 64 килограмм, Ислама Салимова 69 килограмм и у Сайфулы Агуева 91 килограмм. Схватка удалась трудно, соперник был физически мощнее, чем я, но по скорости я его выиграл и получилось так. Занимаюсь 4 года, выходил на ринг СКФО, стал первенство СКФО выиграл. К данному турниру готов меня Магомед Чамилович, мой самый новый тренер и его подопечные. Я провел 4 боя, и все бои были очень трудными. Соперники были мои ровесниками и сильнее. По воле Всевышнего я стал первым. Подготовка проводил очень хорошо. Под руководством Тайдарбеева Адама и Артура Бастанова. Комментируя итоги соревнований, временно исполняющий обязанности министра транспорта, энергетики и связи Сагит Паша Умаханов отметил активное развитие бокса в Хасавюрте, продолжив, что наряду с вольной борьбой все большую популярность набирает и бокс. Подобные соревнования – это хороший стимул для любого спортсмена проявить себя и показать свои умения. Чемпионы становятся вот от таких маленьких турниров, чемпионатов Дагестана, республики, потом всесоюзные турниры, вот такие южные турниры. Надо почаще выступать нашим детям, и будут хорошие показатели. А так, по России, я не скажу, что у нас плохой показатель, чем вольная борьба. Они наравне идут, бокс и вольная борьба у нас в республике, и развивается. Я, конечно, успехов желаю. Спасибо Насрутдину Саидовичу, то, что вот он поддерживает, он президент Федерации бокса в городе Хасавюрт. Как он стал президентом Федерации бокса, уже уделяют на это внимание. Уже видно, что подарки есть, поддержка есть, губки. Какой-то другой вид стал соревнования. И в дальнейшем еще лучше будет. Стоит отметить, что первенство Республики Дагестан является отборочным соревнованием к предстоящему первенству СКФУ среди юниоров, которое состоится с 12 по 17 января 2018 года в Чеченской Республике. Вышедшие в финал спортсмены также могут принять участие на более масштабных турнирах всероссийского и международного масштаба. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».